Люди, когда слышат слово «викинги», тут же представляют себе воинственных бородачей, громящих Европу и поклоняющихся Одину. Однако это не совсем так. Исторические документы говорят о том, что некоторые племена викингов вообще не были склонны к насильственным набегам. Вместо меча и щита мужчины выбирали сельскохозяйственные инструменты и занимались фермерством, а не войной. Как и в большинстве феодальных обществ, викинги активно обрабатывали землю, выращивали зерновые культуры и разводили животных. Из-за климатических условий урожай был существенно скуднее, чем в Центральной или Южной Европе, но покрывать собственные потребности у них получалось. Принимали пищу викинги дважды в день. Через час после пробуждения они легонько перекусывали и шли заниматься своими делами. Вечером или поздно ночью, вернувшись в дом, их ждал невероятно сытный ужин и море алкоголя. Когда наступали праздники, такие как Йоль, продолжавшиеся несколько дней, викинги ели столько, сколько в них влезало, что, в общем-то, знакомо и современным людям. Несомненно, рацион питания викингов менялся в зависимости от региона проживания, но я расскажу о том, что было на столе у большинства из них. Мясо. Данный продукт питания был доступен всем викингам вне зависимости от социального положения. Предпочитали есть мясо коров, лошадей, коз, свиней, овец, кур и уток. Большую часть сельскохозяйственных животных забивали в конце ноября, чтобы сэкономить на корме. Морозы позволяли хранить мясо на воздухе на протяжении всего сезона. Когда викинги хотели полакомиться диким мясом, то охотились на зайцев, кабанов, белок и оленей. В таких местах, как Гренландия, викинги охотились на тюленей и даже белых медведей. Рыба. Викинги были заядлыми рыбаками и любили как пресноводную, так и морскую рыбу. Для продолжительного хранения рыбы применялась засолка, сушка и маринование. Яйца. Викинги ели яйца цыплят, уток и гусей. Деликатесом считались яйца чаек, за которыми приходилось подниматься на отвесные скалы. Зерновые культуры. Суровый северный климат позволял выращивать овес, рожь и ячмень. Собирая и запасая урожай, викинги надолго обеспечивали себя сырьем для производства каши, хлеба и, конечно же, пива. Фрукты и орехи. Викинги издавна выращивали вишню, груши и яблоки. Летом и в начале осени собирали лесные ягоды и орехи, которые играли немаловажную роль в рационе питания. Молочные продукты. Викинги не только пили молоко в чистом виде, но и делали из него масло, творог и сыр. Как вы могли понять из этого видео, рацион питания скандинавских воинов не сильно отличался от того, чем сегодня питаются большинство современных людей.